Давайте я расскажу вам о молекулах. Основных молекул 5. Самая основная молекула – это шестиугольник. Вот так. Сейчас я покажу, как он делает. Берется 6 шариков. Затем мы должны начать обматывать их. Обматываются они легко. Вот. Если вам нужно, вы можете вставить сюда шарик. Это первая и основная молекула. Она плоская. Следующая молекула. Пятиугольник. Делается она так. Берем 5 шариков. Опять же начинаем обматывать. Все молекулы обматываются легко. Поэтому сразу же получите пятиугольник. Затем идет четырехугольник. Берем 4 шарика. Обматываем. Затем трехугольник. Если в 6, 5 и 4 угольнике сверху можно было поставить еще один шарик, то в трехугольнике этого сделать нельзя. Проверьте сами. Берем 3 шарика. И обматываем. Вот. Еще одна молекула. Трехугольник. Он может быть любого размера. Я сделала трехугольник из 9 шариков. Вы можете сделать трехугольник даже, например, из 60 шариков. Самое главное, чтобы это число делилось на 3. Делается треугольник так. Берем 9 шариков и соединяем концы. Вот. Итак, у нас 5 основных молекул. Но кроме того, существует еще много других. Например, подумайте вы. Почему нельзя сделать семиугольник? Вот сейчас мы проверим, можно ли его сделать. Берем семь и начинаем обматывать. Обмотка сразу пошла как-то криво, да? Смотрите, что у нас получилось. Явно не то. Но мы можем сделать эту молекулу немного другой. Для этого нижнюю часть вставляем такой же. Вот. Но вверху должны сделать вот так. Вот, пожалуйста, вот получается такая молекула. Правда, она неровная. Но все же здесь 7 шариков. Но это уже не основная молекула. Затем 8 шариков. Вот из 8 шариков уже можно получить немного симметричную молекулу. Берем 8 шариков, обматываем. Тоже не получилось. Вот, как видите, у нас образовалось 2 угла. Мы просто вот так вот выделяем еще 4 угла. Вот такой у нас получился восьмиугольник. Эта фигура уже немного симметрична. Далее мы можем сделать, например, вот такую фигуру. Делается она
как мы видим, из треугольника. Вот основа фигуры. Мы делаем там обычный треугольник, шести шариков. Обматываем его до конца. Вот эта фигура. Поскольку это делаем из треугольника, то мы и кладем фигуру под треугольник. Далее у нас еще одна фигура. Такая. Очень похожа на семиугольник. Это, в принципе, и есть семиугольник. Только немного другой. Но она делается из шестиугольника. Вот ее основа. Шестиугольник. К ней присоединены еще три шарика. Берем основу. Просто сбоку проделываем три шарика. При необходимости ее разбавить. Вот. Откладываем сюда. Шестиугольник. Дальше еще одна фигура. Вот. Тоже немного похожа на ромб. В принципе, мы можем сделать из нее ромб. Если прикрепить здесь. И здесь еще два шарика. Но фигура будет неустойчива, поэтому я не стал этого делать. Как мы видим, у этой фигуры тоже есть основа. Опять шестиугольник. Вот. И основа может быть здесь. Но ни в коем случае не здесь. Берем шестиугольник, обматываем. Вот получился наш ромб. Теперь складываем в шестиугольник. А дальше еще одна фигура. И опять-таки шестиугольник. Треугольник. Похоже на шестиугольник. Основа. Обматываем шестиугольник. И есть у нас еще одна очень интересная фигура, вот не симметричная. Вот такая. Начало ее может быть где угодно. Например, мы можем взять шесть шаров. Ну, даже не 6, 7, может 5. Возьмем 5 шариков. Обматываем уже вот так, вверх. Обматываем не 5 шариков, а 6. Вот. Чтобы получился вот три уголок. Дальше все пойдет легко. Второй уголок будет и дальше. Вот такая фигура. Такую фигуру я придумала совсем недавно. Поэтому она пока не классифицирована. И, наконец, в сущности, еще один подкласс. Вот смотрите. Такая фигура. Смотрите, как она загибается. Мы положим ее сюда и прижмем. Она уже не двигается. Это шестиугольник. Шестиугольная звезда. Пришлась она шестиугольник. Чтобы ее сделать, мне должно... Это... Она должна состоять такого числа шариков, который делился бы на 6. Тогда мы получим такую звезду. Ее можно сделать любого размера. Еще одна звезда. Пятиугольная.
число шариков, в которых она состоит, должно делиться на 5. Затем идет четырехугольная фигура. Число шариков, в которых она состоит, должно делиться на 4. К трехугольной фигуре мы можем отнести треугольник. Мы его сюда отнесем. Как мы видим, треугольник является одновременно и одной из главных молекул, и одной из молекул подкла. Правильное расположение такое. Ну вот. А почему бы нам не сделать, например, такую вот снежинку из 7? Смотрим. Число шариков делится на 7. Только какая-то она странная. Гнется. Неровная. Дело в том, что 7. Дело в том, что 6 это граница. Ты обнаружила во время создания 15 кубов. Дальше шестерки все идет уже неровно. Так же, как и эта фишка. И наконец, одно можно сказать исключение. На исключение весьма неровно. Видите? Мы должны здесь расположить. 8 шариков. Прижимаем. Вот она. Вполне ровная, но очень капризная. Ну, мы относим к этим шарик. Ну, вы подумайте. Почему нельзя сделать, например, вот такую молекулу из 9 шариков? Посмотрим, что можно сделать с 9 шариков. Берем 9 шариков. Обматываем. Выправляем все углы. И что мы получили в итоге? Шестиугольник. Почти такой же, как и этот, только побольше. Значит, это всего лишь подклад. И отнести главную фигуру мы это не можем. Вот такие у нас есть молекулы. Но самое главное, конечно, шестиугольник. Но вы сами можете это проверить. На этом я, пожалуй, закончу урок о молекулах.